На Ямале реализуется комплекс мер поддержки бизнеса. Предприниматели, например, могут компенсировать расходы за подключение к инженерным сетям, получить возмещение паушального взноса. А в сентябре в регионе стартовал прием заявок на конкурс грантов от губернатора «Время действовать». Также продолжается заявочная кампания на получение поддержки для молодых и социальных предпринимателей. Олеся Семенюк – руководитель семейного центра «Семицветик». Учреждение для оздоровления и развития детей открыло свои двери в Муравленко в 2021-м. А в этом году команде «Семицветика» удалось войти в реестр социальных предпринимателей и получить новый статус. Это нам сейчас очень сильно помогает, в чем то, что я смогла подать документы на именно участие в грантовом конкурсе социальных предпринимателей. Рассчитываю выиграть этот конкурс. Проект мой направлен на расширение деятельности, это открытие филиала в Ямало-Ненецком автономном округе, уже не в городе Муравленко. Финансовая поддержка для социальных предпринимателей достигает 1 миллиона рублей. Олеся Семенюк отмечает, содействие в составлении необходимой для конкурса документации оказали в центре «Мой бизнес». К слову, заявиться на участие еще можно. Кампания продлится до 30 сентября на сайте «развивайбизнес89.рф». На сегодняшний день социальное предпринимательство, да, у нас поддерживается всесторонними мерами поддержки. Да, у нас есть отдельный блок, центр инноваций социальной сферы на территории Ямала, который помогает, как в бизнес-миссии возят предприниматели. У них есть образовательный курс школы социального предпринимательства. Довольно-таки много поддержки для социального блока. Смело развивать бизнес на Ямале можно. За полгода «Семицветик» значительно расширил площадь, спектр услуг, штат сотрудников и, конечно, количество воспитанников. Сейчас охват жителей может достигать 500 человек. Во многом результат достигнут благодаря всесторонней поддержке бизнеса. Есть в округе именно поддержка, и то есть там и финансовая, и там по помещениям, да, как бы решают вопрос и рассказывают, куда обратиться, сами помогают даже с проектами, то есть подсказывают, где можно поучаствовать, как правильно там составить проект, обучают, финансовые части обучают, подсказывают. В сентябре в регионе стартовала заявочная кампания на участие в конкурсе бизнес-проектов «Время действовать». Заявиться на получение финподдержки на развитие своего дела могут физические лица, самозанятые ямальцы и индивидуальные предприниматели в возрасте от 45 лет. При этом бизнес должен быть не старше 1 года. Грант губернатора Ямала достигает 1 миллиона рублей. Заявки принимают до 27 сентября. Победители будут определены в ноябре. Заявки можно подать через сайт mb89.ru. Через личный кабинет необходимо будет пройти регистрацию на личном кабинете и прикрепить пакет документов. Также на поддержку могут рассчитывать молодые бизнесмены в возрасте до 25 лет. В рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство» до конца сентября на сайте «развивайбизнес89.рф» принимают заявки на грантовый конкурс. Размер финансовой поддержки – 1 000 000 рублей. Здесь необходимо софинансирование 25% от запрашиваемой суммы. Денежные средства тоже можно потратить на развитие бизнеса, на приобретение, модернизации своего действующего бизнеса. То есть на это нацелены данные денежные средства. Но необходимо пройти обучающий курс «Основы предпринимательской деятельности», который организует центр «Мой бизнес». Узнать более подробную информацию о грантовых конкурсах и других мерах поддержки можно на сайте центра «Мой бизнес», лично в офисе или по телефону горячей линии. Алена Гафарова, Петр Князев. Новости Муравленко.